Ну что, у нас сегодня день рождения менеджера детского клуба. Вот сейчас поздравим, сделаем небольшой сюрприз. Она ничего не знает. Сейчас мы ей позвоним, дадим сигнал, что мы готовы. С днем рождения, Наталья. Поздравляем вас. Спасибо. Хорошего настроения, здоровья, всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Такой небольшой сюрприз. Спасибо, девочки. С днем рождения. Спасибо. Мальчики, опанули мне. Я бегом, бегом сюда. Сказали, что проблема, да? Потоп. Пожар. Молодцы, детки. Умницы. Спасибо большое. А песенку будете мне петь? Будем. Какую песню? С днем рождения! Ну, знаете, с днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Наталья! Молодцы. Спасибо, мне очень приятно, честно вам скажу. Пожалуйста, мне нужно еще 10 минут, чтобы я потом вам уделила внимание. Хорошо? Ну, обещайте быть хорошими, правда? Да. Все, Наталья, давайте идемте. Забираем пока Наталью от вас. Но мы вернем ее еще, да? Да, 100%. Ну что, добрый вечер всем. Пришел на тренировку по большому теннису. С недавнего времени полюбил этот вид спорта очень сильно. Вот до такой степени, что вот сейчас занимаюсь даже с тренером. У нас по счету 7-я или 8-я тренировка. И уже звонили, вот приглашают на любительский турнир по большому теннису. Я подтвердил свое участие, так что посмотрим, что из этого получится. Вот, если честно, все очень сильно болит после вчерашней тренировки, точнее двух. Утром был футбол, вечером бодиатак. Все с отягощениями. Ну, сейчас надо хорошенечко растянуться, чтобы ничего себе не порвать, не надорвать, чтобы не получить травм. Опа! Большой теннис, очень динамичный вид спорта, в котором надо очень много двигаться. Очень резкие рывки, короткие, на короткие, иногда на длинные дистанции. И при этом еще и попадать по мячу. Вот. Не всегда у нас это получается, поэтому не судите строго. Ну, я присоединяюсь. Теннис большой, это хорошо. Теннис большой, это хорошо. Хорошо, теннис большой. О-о-о. Сафина, Дементьева, Шарапова, Мыскина, Кузнецова. Я внимательно, внимательно, на мяч, не стоять. Ты тоже захочешь, ты тоже захочешь. Ты тоже захочешь, теннис большой, это хорошо. Теннис большой, это хорошо. Теннис большой, это хорошо. Я не могу присесть, у меня болят ноги. После вчерашней тренировки это капец. Это катастрофа. С этим надо что-то делать. Ох! Хочется быть легким, резвым. А вместо этого чувствуешь себя роботом каким-то, ощущаешь. Разве это теннис? Какая удобная штучка, да? Оп, на колесиках. I just came to say.
прошло 35 минут тренировки, я уже весь мокрый. Это нормально. Сейчас будет еще в два раза больше нагрузка, потому что сейчас будем играть. Против тренера очень тяжело играть, он всегда выигрывает. Но в последнее время стали мы огрызаться с Женей, так что... А? Я, да, по 50. Стали огрызаться с Женей, так что я думаю, что тренер сегодня просто так не уйдет. Да, тренер, мы сегодня намерены выиграть у вас. Хотя бы одну, наконец-то. Хотя бы один раз. Мы на отжимания играем с тренером, так что пока отжимаемся, мы качаем мышцы у нас вот такие вот, бицепсы большие, мы так хорошо, красиво отжимаемся от пола. Вот, но тренер пока еще не отжимался. Изменимся. Ну, не 5-0. Это самое главное. Так, давай отжимать. 4-5. Ну, проиграли бой, но не сражение. Так что будем еще бороться дальше. Подошла к концу тренировка часовая, весь мокрый, устал. К сожалению, тренер сегодня опять оказался сильнее. Будем тренироваться с удвоенной силой. Вот, впереди еще участие в турнире. Посмотрим, чего мы достигли за эти 2,5 месяца где-то, да, тренировок. Да. Тренеру спасибо, посмотрим, тренер, как мы подготовились, как мы в сравнении с другими игроками начинающими. Любительская лига. Вот. Ну а вы смотрите нас завтра. Завтра впереди серьезное мероприятие, бизнес-конференция «Спорт и бизнес», на которой я выступаю в качестве спикера. Вот. И еду сегодня домой отдыхать, готовиться, настраиваться на завтрашний день. Так что не переключайтесь.